дошла. Вы посмотрите мост. Я сейчас спущусь и снизу его сниму. Это просто ой-ой-ой. Тут все вместе. Какой шикарный мост. Какой шикарный мост. Ребятушки, это стоило моих мучений. Вы посмотрите, что мы видим. Так. Вы посмотрите, что мы видим. Какой он огромный. Какой он огромный. Офигеть. Ладно, я сейчас пройду по нему сначала пешочком вверху, раз можно идти ногами. А потом я спущусь. Ой-ой-ой, какая у нас тут речка-то, и не совсем не гранатечка, о чем сказать. А красавица просто. Шикарная речка. Ребятушки, настроение мое поднялось. Ой, слушайте, какая-то странная дорога. Она меня пугает. И тут же у нас железная дорога. Понимаете? Поглядите. Посмотрите. Стабилименто. Посмотрите, написано в 1948 году. Ильва. Ильва — это у нас в баре. Железом занимается. Видите, железная дорога там? Ну что, идем? Идем, и как страшно. Ой-ой-ой-ой, как страшно идти, ребятушки, вообще кошмар. Просто. Господи, неужели тут... Ну да. Слушайте, как он трясется. Ужас, я вообще, у меня ноги подгибаются. Давайте-ка я просто... Посмотрите, как далеко идти. Я выйду только чуть-чуть, покажу вам, где река и как все обработано. А потом мы пойдем вниз. Ой-ой-ой, как мне страшно. Ужас. Так, вот посмотрите, как спускаются к речке. Видите, все время идут эти лесенки. Смотрите, берег у нас абсолютно обработан. Везде у нас, посмотрите. Везде у нас ступеньки, кстати, сделаны, да? Ой-ой-ой, слушайте, меня тошнит. Вибрирует он просто непотребным образом. Как вообще по нему можно ходить, я не знаю. Вот, пожалуйста, по. Вот у нас наши тут стены. Ребятушки, вот у нас написано Кремона. Вот. И на другой стороне реки у нас уже Эмилия-Романья, понимаете? Причем самое интересное, что сама река не очень-то глубокая, но, знаете, стоять здесь, как сильно вибрирует, это просто неимоверно, неимоверно страшно. Фу, запах такой вообще. Так, все, я не могу больше сделать шага. Я не знаю, как они ходят по этому мосту, ребятушки. Эта вибрация просто... Вибрация не... Имоверная. Это вообще ужас. Пускай они сами пешком идут. Знаете, еще куда ни шло ехать на машине, но пешочком это вообще выше моих сил. Я сейчас спущусь и сниму вам мостик снизу. Какой он, естественно, кирпичный в нашем стиле. В этом даже не было сомнений. Даже смотреть на эти, видите, на эти штуки. Ну вот они, посмотрите, что же, слышите, да? Что они сделали нагло? Вот просто закрыли тут почему-то проход, да? Хотя я могла спокойненько тут опуститься, блин. Но они закрыли это, видите? Блин. Поэтому сейчас я там спущусь. Видите, захожу к Кремону. Смотрите, стена кирпичная, видите, смотрите. Смотрите. Видите. Господи, как они не боятся ездить по этому мосту, я не знаю, конечно.
Пойдем вниз сходим. Смотрим, что там. Смотрите. Гаишники поехали вниз. Смотрите, красиво издалека видно эта штука, видите? Ну что, сейчас схожу и снизу сниму вам мост. Видите, вот эти вот ртутные столбы с дырками. Интересно. Фу, ну вот идет наш слоеный пирог внизу, видите? Хор такой, да? Вспоминаю сразу мультик «Том и Джерри», когда там муравьи сделали такую вибрацию, что просто раскачали вообще лежанку с «Том и Джерри» просто до неимоверных этих. Сейчас снимем мост. Да, вот посмотрите, видите? Блин, да у меня тут мушкара. Посмотрите, да? Я не буду сейчас приближать прямо, вы поняли. Потому что здесь гаишники ездят, ребятушки, на мне мушки какие-то ползают уже. Хочу вам показать. Вот снизу. Посмотрите, мост, видите, как идет. Там идет стена, видите, вот эти, смотрите. Ой, ну эксклюзивные, ребятушки, съемки. Эксклюзивные. Это просто, ну, просто эксклюзив. Пойти вообще под мост встать, это просто только, наверное, только я могу. И вот идет наш этот наш заборчик, видите? Смотрите. Вот наш заборчик, да? Вот. Вы поглядите. Вот подо мной железная дорога, ребятушки. В одну линию. Там, видите, обработанный берег, я вам показываю. Вы посмотрите, это что вообще? Да посмотрите вот это вот. Смотрите. Как сделано, да? Зачем вот так было делать, да, вот по идее, если наши делали? Это вообще... Блин, на какую глубину, интересно, вообще уходит вот эта стена, да? Потому что, мне кажется, река-то не такая уж и глубокая. Ой, такой запах хороший, блин.
ужас. Мне даже страшно стоять под мостом вот под этим вот. Как они еще ездят по нему, эти велосипедисты, или как ходят вообще пешеходы, это просто, это, конечно, нонсенс. Поглядите здесь вот этот. Смотрите, как интересно. Здесь вот это скатывающее для кого, да? Смотрите, под таким углом. Для кого, да? Явно не для нас, видите? Просто скатывается. Здесь вот такая ступенька, да? Вот. Это явно не для нас. Видите, катер едет. А это вообще что? Давайте спустимся. Смотрите, здесь разметка, смотрите. Наверное, затопляет, ребятушки. Видите, 3 метра отметка, видите? Смотрите. Скорее всего, это все может затоплять, видите? Прикиньте, как может прибивать река. Видите? Просто отметка воды. То есть сейчас там, что там, 10 сантиметров, что ли, она? Вот это вообще что, да? Смотрите. То есть это все заливается, получается, вот до сюда, да, видите? То есть все, вода может очень резко, быстро залить, понимаете, вот. И вот отметка вот здесь 3 метра. Так вот. То есть почти до, как мост, видите, на уровне уже почти моста может все это залить. Да-да-да, даже не представляю. Зрелище, конечно, не для слабонервных, наверное, когда тут такое. Вот. Ну и течение, естественно, здесь какое-то достаточно активное, видите? Там тоже обработанные берега. Вот, ну ладно, ребятушки, я пойду отсюда, я вам показала. Слышите, поезд поехал. Да. Вибрация здесь, конечно, просто. Тут это гранитное, видите? Гранитное, кстати, это не цемент никакой. Все гранитное, видите? Гранитным начерчено. Вот так вот. То есть до сюда, да, заливает. Все, понимаете? До сюда заливает. И вот тут, посмотрите, магистрата Парельпо. В 28-м году сделали, видите? То есть, видите, он до сюда заливает все, ребятушки, вообще, видите? Это ж какое количество воды должно притечь. Обалдеть. То есть вот здесь все может залить водой. Ладно, все. Пойду-ка я отсюда. Не очень люблю я все эти реки, блин. Все эти вот пустоты. Ладно, сейчас я... Вот эти вот штуки наши, это вообще, да? Выхожу с этого места. Труба тоже, кстати, ниоткуда какая-то, блин. Черная. И пойду-ка я к башне, блин. Сейчас я одену этот платочек свой, иначе я точно окочурюсь, не доходя до центра. Потому что, вспоминайте, сколько мне идти сейчас в обратную сторону. Но я так думаю, что мост стоит. Смотрите, 4.30, 4.35, 4.40, 4.45, 4.50. Смотрите. Это говорит о том, что река может до сюда доходить, ребятушки. То есть затапливать все. Все это вот, вот все это пространство она может затапливать, понимаете? Прикиньте, вот так вот. Офигеть. Это ж сколько, смотрите, 4.60. Офигеть. И дальше идет. Zero что-то там.
почему закрыли? Давайте посмотрим, что здесь. Здесь тоже, смотрите, идет 4,90. Ну, то есть, если до сюда, то там 0. Смотрите, подождите, почему тут закрыли? Смотрите. Что-то написано на 43-м. 40 тысяч. 13-го. Вот. 5,94 было, видите? Было 5,94. Таких этих. Смотрите, 0. Так, что такое? Соптра Ливелло Маре. Соптра 0. Что написано тут? 3. 3. Я потом посмотрю, сейчас ничего не вижу, у меня солнце отсвечивает, ничего не вижу, что написано. Там тоже написано что-то наверху. 1822 год. Прикиньте. 1822, да. Так, давайте посмотрим. Смотрите. Гидрометро. Гидрометро Виали Пасседжо. 1876. Эретто 1876, ребятушки. Статуито 1800. Статуито Квелла Прима, скажи, вот. Который был сделан 1823. Прикиньте. Вот так вот. Вот я вам показываю. Рядышки, эксклюзивные кадры. По может, смотрите, по у нас там сейчас. По может дойти до сюда. Понимаете? До сюда. То есть вот эта штука, вся, весь этот мост может быть под водой, понимаете? Под водой. Вот так вот. Ну все, здесь я побывала, значит, точно теперь зальет. Осенью этой зальет, вот увидите. Обалдеть, понимаете? И мостик у нас уже окажется под водичкой. Вот. Так, сейчас я, пожалуй, одену платок, потому что иначе я окочурюсь. Ладно, ребятушки, вы поняли, насколько опасна речка По. Это сейчас она кажется такой маленькой там. А на самом деле это очень опасная река. Конечно. Река. Смотрите, вот что это, да, видите, видите? Ага. Интересно эти. Как будто уже растут, да? Ну, послушайте еще песню этих стрекозунов. А, как хорошо идти вообще в этой в тенечке. О, прелесть. Ладно. В общем, я пока выключаю, потому что мне нужно дойти до туда. Посмотрим, стоит ли идти в сторону. Но я думаю, что мы уже все поняли. Интересно, смотрите. Кремона Чита Дель Баскин. В 2013 году что-то здесь было. Что-то здесь было. А, посмотри, что здесь было. Чита дель Баскин. Интересно. Баскины. Есть мороженое, да? Ну ладно, ребятушки, все, пока вы... У меня голова уже не работает, пока я выключаюсь.